Чё, он к другу по-любому ползет, наверное. А вон там идет. Двое идут. Лови. Есть, один лег. Второй убит. Опа-опа. А вот его друган, наверное, пришел. Это же Вектор. Ой-ой-ой, как опасно, как страшно. Это Вектор. Салют, ребятишки, с вами как всегда Намбат, и это что у нас? Правильно, это новая серия по Survive.io. Вы меня просили снять новую серию. Вот она, пожалуйста. Играю я в режиме соло против дуо. Ну так вот захотелось мне. Вы же не уточнили, какой режим хотите. Поэтому я выбрал тот, который мне попроще будет. Ну и сейчас мы попробуем раскидать эти... пары дуэты, так называемые, да, раскидаем их, потом в ближайшее время еще с подписчиком мне, возможно, получится записать серию, так что ждите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить серию с подписчиком. Так, прицел у нас есть, оружие у нас есть, наверное, вот так сделаем. Так, а что такое взял? Только дым. А, ой, ну ладно. Немножко туплю. Так, так, так. Что-то я вообще туплю. Надо разыграться. Первая катка на сегодня. Опа, опа. Пацанчики пробежали. А я-то без гранат. Я не готов к такой встрече. Меня жизнь к такому не готовила. Так. Санечки пробежали, что-то тут лутанули. Видимо, кого-то увидели. Сагрились на кого-то, да? Ну, ладно, потихоньку пойдем по их следу. Смотрим, где они. Опа, вот они. Давай, давай, пацанчик, давай. Оп. Бам. Взорвись. Вот так, красиво я его уделал, да? Красиво я его уделал. Оп. И все, минус 2. Минус дуо. Так, что у вас было? А, вон М-ка вижу. Так, сейчас пойдем за М-кой. Бегом, бегом, бегом. М-ку. Ой, обрез. Ну все, идеальный набор. Так, рюкзак побольше есть у вас, нет? Тогда, что там? Да, таблетку. Ё-моё, таблетку и содовую. Они мне не влезают уже. 20 секунд. Давай, давай. Так, быстренько. Быстренько. Надо еще зеленых патронов и красных нахапать. Что? Нифига они там. Давай содовую. Сейчас вернемся еще за одной. Фига они налутанные были вообще. Вот это вот начало. Такое вот начало. Так, что, обрезаем? Все, отлично. Джентльменский набор готов. А, так тут, кстати, народу мало что-то на этом самом, на серваке. Ну пофиг, по-быстренькому возьму топ-1. Запишу серию. По-быстрому отделаюсь от вас, так сказать. Ого. Да, по-быстрому от вас отделаюсь, короче. Выполню вашу просьбу и все. Пойду дальше своими делами заниматься. Сейчас у меня, кстати, не так много времени, чтобы записывать серии. Поэтому... ох ты, блин. Не всегда получается. У тебя там сайга, да, была? Вот, спасибо, дружбан. Ага, ага. Заряди один патрон. Так, он, наверное, в дом убежал. Пускай там пока сидит. Один патрон подберем. Так, что еще надо? Там уже ничего не надо. Вот это у меня одежда нужна. Так. Да, он мог удрать. Там, по-моему, в доме. Нет, не в доме. Только под столом. Ну, пофигу. Найду потом. Что там? Минус 3 уже сделал. Нормально. Не спеша так. Что-то болтаю, убиваю. Вообще не сконцентрирован. О! Опа! За мной идет, да? Нет? Ну тогда лови. Ай, не долетит. Блин, не попал. Вот был бы калаш, я бы в него попал. Так как. Вот что за М-ка, блин? Ну все, ты мой. А у него, кстати, есть напарник где-то. Так, а там был чувак, который его атаковал. Так, ладно, пока спокойно, лучше таблетку приму, пойду его добью тогда.
чё, он к другу по-любому ползет, наверное. А вон там идет. Двое идут. Лови. Есть, один лег. Второй убит. Опа-опа. А вот его друган, наверное, пришел. Бежим, знаешь, куда? Вот сюда. 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 Патронов прихватить. На-на-на-на-на. Блин, так, боевые гранаты есть. Подходим ближе. Вот и все. Сайга решает. О, и рюкзачок хороший. Ууу, третий шлем. Спасибо, братан. Тихо-тихо, идет. Так, 7 секунд, успеваем. Опа. Давай туда иди, правильно. А, это Вектор! Ребята, вы знаете мое отношение к Вектору ведь, да? Это же Вектор. Ой-ой-ой, как опасно, как страшно, это Вектор. Ай, блин, застрял в камне. Он один, короче, последний остался. И у него Вектор. Самая худшая пушка, что только может быть в этой игре. Я, короче, буду все деревья тут сносить. Ой-ой-ой, как страшно, ой, как больно. Твой Вектор так дамажит, дружище. Изи катка, короче, топ-1. С первого раза зашел, взял. Все, вы просили, я сделал. Всем спасибо. Я удаляюсь, до новых серий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируем там, пишем, что хотим. То и буду снимать. Все. Всем добра, всем пока.